Итак, здравствуйте, с вами Олег Алабудин, и мы продолжаем мануальный массаж спины и шейно-воротниковой зоны. Сейчас, если говорить про шею, мы закончили ее, да, там у нас был сет номер 5 последний, да, и сейчас сет номер 6, это переходящий такой момент, когда мы заканчиваем всю спину, проходим позвоночник до конца, можно с утяжелением, вот начиная от шеи. Между, пропуская сестроотростки между своими пальцами. Ну, не важно, какими вам удобно. Можно здесь пропустить, можно здесь. Опускаем как бы всю энергетику теперь вниз. То есть, если мы все делали снизу вверх, да, то сейчас вот вниз. И вот этот вот район, поясничку посильнее проработали. Внедрились сюда костяшками пальцев. Если нужно, то можно несколько раз их пройтись вот здесь. Опять наш прием заключается в том, что мы отводим мышцы как можно максимально от осистых отростков. Но ни в коем случае на сами отростки не давим. Доходим до конца и с вибрацией возвращаемся обратно. На крестец. Выходим опять сюда. И с вибрацией возвращаемся обратно. Ну, чтобы вам легче было запомнить, можно такую метафору сделать. Это вот мы сначала запускали ракеты здесь, да, у нас были ракетные установки. Помните, да, в предыдущем приеме. Вот, а теперь ракеты улетели, нужно поставить новые. Мы сделали рельсы, вот, прокачали рельсы. Здесь развилка. И вторую рельсу пропустили. Теперь по этим рельсам запускаем пояс с ракетой. Поставили ракету и с утяжелением идем, вставляем ее сюда. Вот она в шахту встала. Дальше ракета выходит пустой, пояс в смысле, расслаблена. Еще одну ракету ставим с утяжелением. Второй рукой поставили, дальше пояс еще расслаблен. И теперь нам надо скрыть следы вот этого нашего баллистического арсенала. Стираем все эти рельсы двумя параллельными движениями локтей. При этом достаточно мощно уже надавливаем на позвоночник, растягивая его, не забывая шею тоже. Растягивание как декомпрессия. Выжимка такая мощнейшая идет. Потрясли землю тем, что мы сейчас будем растягивать поясницу методом скручивания. То есть нам надо взяться рукой за кость, ну, либо тазовую, да, если ее нет, то хотя бы за бедренную. А здесь упираемся в грудную клетку и для этого опускаемся ниже. То есть присели на ногах. И вот таким методом. Раз, скрутили, два, скрутили. Целиком. Массивно работаем со всем объемом человека. И растянули его по диагонали. По диагонали. Видите, мой вес работает, я в основном весом тела. Прожимаю. И растягиваю его, декомпрессируя и увеличивая рост. Вот, достаточно жестко, да? Потом, соответственно, нам нужно будет эту всю пашню, ну, вернее, эту землю, чтобы еще больше скрыть следы, пропахать. Если, то есть, мы до этого все движения делали вверх, то заканчивающие заключительные движения, как бы, снимаем всю энергетику, вниз сводим ее. Берем еще раз шею. Методом шестеренок. Захватили трапецию, тянули назад. И сбросили. Три прохода делаем. Проход раз, проход посередине и проход боковой. Два. Три. Все, как будто бы сняли кожу с него. Спасибо. И землю вспахали, да? Теперь всю эту землю надо засыпать, утрамбовать. Да. Сделали пашню. Достаточно сильно, прямо как бы как когти тигра вот впиваетесь. И вот
там быстро вот у нее борозды эти вот вспахали, да, и все, засеяли, плевали, трапецами, поливали, да, поливали вот такой пальчик и дождик, успокаиваемся. Слышишь, как дождик идет? Да? И трава стала расти, заколосилась под ветерком. Человек успокаивается. Спокойное, зеленое, чистое поле. Отличное место для медитации. Ну, желательно потом накрыть его теплым пледом, полотенцем или простыней, да? И дать вот, ну, по правилам желательно полежать там минут 10-15, да? Чтобы утихомирилось все, что мы его взбодрили настолько сильно, мощно, да? После этого можно попросить человека уже вставать, но вставать нужно аккуратно, то есть без резких движений. Сейчас стой. Без резких движений спускаемся до, по одной ноге. Голова поднимается в самую последнюю очередь. Опустили ноги, особенно если там больная поясница, да, с опором на руки, руками опираешься, сам себя поднимаешь, голова пока еще висит, поднимайся. И когда встал, вот в последнюю очередь поднимаешь голову. Ну все, как, голова не кружится? Нет. Обязательно проявите беспокойство человека, поспрашивайте его, как себя чувствуешь, как там подвижность, мобильность позвонков есть? Да, да, свобода действий. Ну вот, с чем я тебе поздравляю, видишь? Ты омолодился, оздоровился, восстановился, полностью такой красавчик стал. Давай, спасибо тебе, заходи в следующий раз. Не забудь, в следующий раз через 3-4 дня встречаемся в четверг. Все, до новых встреч, друзья. Записывайтесь к нам на тренинг и учитесь.